Добрый день, дорогие телезрители, а также посетители сайта mylo.opt.com.ua. Сегодня начинаем распаковку очередной посылочки. Так, первое, что у нас счет с учетом скидки за покупки и с учетом скидочки за уже ранее снятое видео распаковки. Так, все у нас достаточно хорошо упаковано в таком пакетике, мы предварительно развязали его. Так, первый лот наш, самый тяжелый, самый большой, это жидкая основа производителя Англия. Две основы, будем делать два шампуня, мужской и женский. Так, водорастворимое масло жжоба, 25 миллилитров, Великобритания производство. Будем использовать, ну, как я уже ранее говорил, в изготовлении шампуня. Так, ментол. Объем 10 грамм. Добавляет охлаждающий эффект для головы шампунь. Так. Розмарин объемом 5 миллилитров. Эфирное масло. Так, следующее. Это витамин B5. Для головы насыщает витаминами кожу головы. В шампуне. Все у нас сегодня используется для шампуня. Фукагель. Восстановление поврежденных волос. Объем 10 мл. Так, а вот исключение из правил. Пепперминт. Это для зубной пасты. Мы уже пробовали раз делать зубную пасту. Вот это специальный ароматизатор для зубной пасты. Объем 10 мл. Так, душка Bubble Gum. Производство Россия, 10 мл. Можно использовать как для приготовления мыла, так и в том же шампуне, в том же кондиционере для волос. Эфирное масло чайного дерева. Точно так же можно использовать как в мыловарении, так и в применении в шампуне, антибактерицидным эффектом обладающий, 5 мл объем. Так, тоник для лица. Банально, но будем делать тоник для лица. Так, все у нас в пакетике закончилось. И еще, что мы заказали, очень красивое и интересное, это на водорастворимой основе. Специальные картинки, которые поможут нас сделать мыло привлекательным, так сказать. Так. Ну, на сегодня это все. Заказывайте товары на сайте mylo.opt.com.ua. Если заказ выше 150 гривен, вам автоматически будет бесплатная доставка. Также за снятое видео распаковочки вы получите дополнительный бонус 50 гривен минус. Все, спасибо, до свидания.